по-другому, он курит, то она испортится. А то она убежит. Друзья, всем здравствуйте. Продолжение нашей эпопеи. В гостях у Юрика Бойко в избушке. Сегодня мы уже порыбачили. Кто смотрел предыдущий ролик, тот поймет, о чем я. А кто не поймет, то посмотрите лучше сначала тот ролик. Юрик там где-то занимается делами. Костер, чайник. Так, мне дали задание маленько поврибраться. Я стол обмел, постелил клеенку, выхлопал эти штуки. Там вот такой... А что-то я сейчас посмотрел, у нас что делать, то пилы-то вообще никакой нету. Что-то ничего не поколотится. Даже ножовки нет. Забыл. Что, обойдемся сегодня. Блин, а свежемолотый кончился. Ну, молотый корню. Знаешь. Да. Ладно. И так хорошо. У нас тут, друзья, произошел форс-мажор. Чайник скипел. Мы его начали поднимать. У нас пала ручка и все, напились чаю. Так что временно, пока мы без чая. На, у нас что-то кубатури здесь. Заклепка улетела. Так-то можно рядом котелок повесить пока. Набрать. А у тебя котелок еще есть? Ну да, этот, с которым на озеро подходили. Да, еще новую, жалко. Ну, так-то да. Так и будет, всю жизнь новый. Чайник отремонтировали. Сделали новое, там дышло. Заклепку поменяли просто и все. Теперь надо как-то курицу, чтобы не упало тут ничего никуда. Перевернуть. Перчатка-то, конечно, у меня. Она еще ничего не собирается даже. Не поджарилась. Блин, горячо. Как ты можешь? На, две перчатки. Так надо бы. А тонкая сильно. Ну. На чубунину.
Ну, сейчас с этой стороны еще поджарится. Еще готово. Ну, она уже, это, она, в принципе, уваренная. Но мне просто корочку охота. Люблю корочку. Не закрывал бы, но она, мне кажется, это самое. Да. С корочкой-то лучше бы получилось. Ну, да. Так больше уваривался. Но опять хватит масла. Мало ли там кровяное, хрен его знает. Где? Смотри сам. Я не повар. Я так только так. Я люблю, когда чтобы от кости отходило, а то у меня так обычно не отходит. Тут уже как бы и так на медленном огне получается. Потому что... Шеф-повар приготовил покушать. Курочка на костре. Ну, в сковородке. Ну вот и утро доброе, я так это называю. Что ж, сегодня маленько много поспали, маленько много поспали, переспали, перестарались со сном, но тем не менее, хорошо, хотя тормоз запаздил, сегодня с утра не надо чайник кипятить, ничего, чай попили, сейчас двигаемся дальше. Съездим, посмотрим, где Юрик копает металлолом. Ну, заодно покупаемся тоже. Я думаю, вот интересно. Артефакты старые поискать. Погнали. Домкрат-то нужен? Нет. Ну, что, мы не будем на рельсы копать. Не нужен? Нет, не нужен. Музыкальный инструмент. Хорошо песочек, да, копать? Ну, вот такие печенюшки. Ну-ка, ты что, по микрофону что-то я тут. Как мне тут? Вот оно, как боком стоит. Вот. Нашлась рельса. Но сегодня Юрий говорит, ее докопать не будем. Нету в этом смысла, потому что надо резать ее. Во-первых, чтобы увозить. Собираем подкладки. Видите, какая длина у нее. Ну, видите, надо резать ее, так не увезти. Вот такая вот находочка. Ну, какой сигнал мощнявый. Что-то вообще все звенит.
И нет ничего. Все звенит, и нет ничего. Оно где-то глубоко похоже. Там добра куча. Раз. Слышно было по звуку, что еще что-то есть. Это не все. Такие клондайки я больше всего люблю находить. Какая пачка рельс. Что, все что ли? И еще один кусочек. Я-то не снимал, сейчас там две выкопали куска. Покажу. Еще одна рельса длинная лежит. Я решил оставить. Видите, какие кусочки. Какой классный звук. Пружинка. Еще какие-то. Кладбище, металл. Рельс, рельс. Как ее потом доставать? Он поперек, поперек уже проходит. Я слышу, что тут какой-то большой сигнал. Не, туда, короче, в канал. Ладно, оставим потом. Не будем сейчас на ней время терять. Кто-то сделал кучу. Печенюшек что-то проложил.
Водичка приятная. О! Наконец-то отстрелялись, можно сказать. Не совсем холодненько. Без топоров так не вижу. Я поеду потом. Так, вот у нас все богатство. Сколько тут примерно? Ну, килограмм под 200 около того, я думаю. Что у нас тут? За час, наверное, за полтора, да? Ну. Опять копать-то быстро? Завести. Разгрузить, загрузить. Еще не раз, может, придется загрузить и Итак, друзья, делали выводы. Юрик тут посчитал, у него глаз набитый. Примерно 250 килограмм. Час-полтора копа. Ну, это, естественно, только малая часть работы, потому что надо все это все вывести, перегрузить. Где-то, возможно, еще там придется, видите, дорога потаскать руками. Но, как бы, выгодное занятие разобраться. Если умеешь этим заниматься, если есть техника. Мне-то, естественно, что на своем мопеде много не навожу. Спецтехника. Да-да. Тут без спецтехники никак. Как-то так. Ну, для разнообразия время провел я вполне интересно. Я не скажу, что как бы и заработал чуть-чуть. Чуть-чуть все равно заработал, как бы заплатил.
какой-то светлый бензин-то. Он чистый. Я понимаю, так. Я где-то пробовал, какой-то желтый. Ну, как у тебя, как стрела младенца. Ну, бензин-то еще тут останется. Все, на неделю уехать так, вдвоем из генератора. И чисто вот, один возит, другой копает. Сутки напролет. Потом можно месяц отдыхать. Я говорю, что по 20-ке буду металлолом. 10 рублей, конечно, не смешать народ. Это вообще ни о чем. Эти окуни колючие, блядь, весь пакет протыкали. Ну что ж, друзья, тихонько начинаем сматываться. Чемоданчики собрали. Главное ничего не забыть. Тормоза забрал, курточка забрал. Удочки там, блесны, сумки. Все нормально, все под контролем. Хорошо возвращаться домой с легоньким рюкзачком с рыбалки. С одной стороны, с другой стороны. Ну я сюда ехал побывать, а не за рыбой. Рыба нафиг. Грюку все сложили, он сестре отдаст. И все дела. Ну-то главное, кайфанули от рыбалки. Ну как кайфанули? Ну, новый водоем. Новое, как бы, впечатление все равно. Мини-тракторочек. Попер опять.
я канистру положу. Распределяешь. Распределяешь мне тут. Ребята, забыли. Ну что ж, друзья, вот мы в доме родном, в городе родном. Все, Юрик, можно сказать, дома, а меня еще сейчас закинет, пересели в другую машину, и все. Ну, в целом, путешествие было очень интересным, особенно для меня, для разнообразия. Но Юрику там уже прижилось, наверное. Да, все хорошо. Не, я туда каждый раз приезжаю, и каждый раз как на свободу выпустили. Так что... Ну, все на сегодня. Еще раз съездим когда-нибудь, я думаю, в ближайшее время. Обязательно. Ну, всем пока, до скорых всем встреч. Удачи. Всем всего самого хорошего.